Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 145 на странице 65 рабочей тетради по русскому языку для третьего класса автора Канакиной. Подготовьте ответ на вопрос, какие из данных глаголов употреблены в неопределенной форме. Подчеркните эти глаголы. Глаголы в неопределенной форме отвечают на вопросы «что делать» или «что сделать». «Идти». «Что делать» – это глагол в неопределенной форме. Подчеркиваем. «Сделал». «Что сделал». «Построить». «Что сделать» – это глагол в неопределенной форме. «Горит». «Что делает». «Сберечь». «Что сделать» – глагол в неопределенной форме. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии.